Мы копаем наши траншеи далеко на ничейной земле, некоторые лишь в 70 метрах от их линии обороны. Генерал Брусилов сказал нам, что элемент неожиданности бывает опаснее винтовки. Капитан отобрал взвод самых сильных и храбрых наших бойцов. Наш маленький отряд должен будет штурмовать 3 вражеских окопа еще до прекращения артобстрела. Россия, наша великая страна, могла прокормить целый мир, а нам не хватает еды. И не только еды, одежды, топлива, обуви. Как мы будем воевать без обуви? Слишком долго молчало наше оружие! Пора снова взреветь русскому медведю! Ура! Солдат! Это же враг! Вижу вражеского разведчика! Там один из их штурмовиков! Хорошо!
Там у них пулеметчик! Заметил штурмовика! Вражеский пулемет! Вон там, аэроплан! Берегись, там штурмовик! Приятеля! Thank you.
Там их солдат! Ah!
Precise artillery attacks and methodical use of shock troops, the Brusilov Offensive managed to breach many sections of the Eastern Front. To avoid a total collapse of its armies and so the Empire, it was vital for the Austro-Hungarians to hold up the Russian advance until German troops arrived from the west. Kolomea was to be where one of these decisive battles would take place. Да, все сочувствуют участникам этой жуткой войны, живым и погибшим. Но нельзя, чтобы чувства затмевали нам разум. Мы собираемся охотиться на Габсбургов. Мы развели костры, но нас все равно кусает лютый мороз. Я хочу вогнать штык в брюхо австрийца и снова почувствовать, как в моих жилах течет кровь. Чего бы мы сейчас не достигли, царь уже обречен. Мы воюем за Брусилова, героя России, за наших братьев и сестер, оставшихся дома. Восточный фронт раздавлен! Добьем же Габсбурга! Пуля дура! Штык молодец! Вперед! Смотри! Вражеский медик! Осторожно! Вражеский солдат!
пошла! Берегись! Штурмовик! У кого-нибудь.
The 1916 Brusilov Offensive proved to be the worst crisis of World War I for Austria-Hungary, and the Triple Entente's greatest victory. But it came at a tremendous loss of life for both sides. And without the promised support of Russia's other armies, much of the territory gained by Brusilov was lost to the Germans arriving from the west. It is a sad irony that in the end, it was a political collapse in Russia, not a military defeat, that would decide the outcome of this region's war.